Бывшие военные склады Рейники подожгли. Об этом сообщили сотрудники регионального МЧС согласно официальному ответу на запрос одного из информационных агентств Саратова. Причиной возгорания стало создание искусственных условий для возникновения горения. Лица, причастные к этому, пока не установлены. Напомним, пожар на складе на улице Бахметьевская произошел 4 апреля. Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. В тушении огня принимали участие около 100 огнеборцев.